Вопросы безопасности детских игровых площадок, установка новых городков, а также программа благоустройства на этот год стали ключевыми вопросами традиционного правительственного совещания. Вместе с главами муниципалитетов губернатор области обсудил ход работ и особенности программ ЖКХ. Подробности далее. Московская область – лидер в стране по установке детских площадок. Только за последние 3 года в Подмосковье выросло 3500 новых игровых комплексов. До конца года обновят и модернизируют еще больше 1000, особо учитывая при этом вопросы безопасности. Демонтировано с начала года уже более 850 потенциально опасных для детей площадок и отдельно стоящих игровых элементов. Обновлено более 750 площадок. Анализ надзорной деятельности показывает, что все-таки основной фактор опасности наших детских площадок, которые в первую очередь физически и морально устарели, это так называемый жесткий подвес. Клинский район, кстати, 7-й в области по обеспеченности детскими площадками. Но игровые городки – только один из 6 элементов благоустройства двора. В этом году в Подмосковье комплексно отремонтируют почти 1500 придомовых территорий. В Клинском районе уже в работе 9 дворов. Еще 15 перешло с прошлого года от недобросовестного подрядчика. Мы нашли возможность уже из муниципальных средств выделить средства, и на эти территории 24 июля у нас также состоятся торги, и, соответственно, выйдет подрядчик, который будет эти работы делать. Поэтому на сегодняшний день я констатирую, что сам процесс идет в графике, а вот то, что касается выполнения работ, конечно, мы ориентируемся на погодные условия. Еще один элемент комфортного проживания – чистый и ухоженный подъезд. В этом году Подмосковье впервые приступило к реализации масштабной программы по ремонту парадных. Из обозначенных 32 тысяч готова четверть. По качеству я еще раз обращаю внимание и глав муниципалитетов, и управляющей компании, которые преимущественно находятся под вашим контролем. А качество должно быть на высоком, хорошем, добротном уровне. Тяп-ляп, как попало, нам делать не нужно. Финальный вопрос повестки – губернаторская премия «Наше Подмосковье». В этом году ее участниками стали 74 тысячи человек. На победу претендуют 19 тысяч проектов, из них 536 – клинских. И большинство в номинации «Доброе сердце», так что Клин назвали самым добрым городом Подмосковья. Елена Плеснина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.